В умелых руках Иорданца Фуада изношенные вещи становятся словно новые. Уже 55 лет он чинит одежду в мастерской в центре Амана. Это ремесло в семье Фуада передается от отца к сыну уже много поколений. Это настоящее искусство, потому что ремонт одежды – это не просто штопка. Каждая ниточка должна оказаться на своем месте, хоть по вертикали, хоть по горизонтали. И нитей должно быть столько, сколько нужно. Этот труд требует больших усилий. Клиентов у Фуада множество. Люди часто не хотят выбрасывать дорогую одежду, даже если в ней дырочка. Намного лучше отремонтировать вещь, чем купить взамен дешевую. Такие услуги есть не во всех регионах королевства. Я приехал из Салта, потому что этим ремеслом занимается только семья Аль-Аги. Фуад обучал мастерству своих братьев, племянников и собственных детей. Но по-настоящему увлекся ремонтом одежды только его 31-летний сын Хасан. Мне ремесло очень понравилось. Я хотел учиться и работать с отцом, потому что у меня есть желание поддерживать его и помогать ему. И еще я увидел в этом мастерстве искусство и пространство для творчества. Пожилой мастер говорит, что перед ним и сыном стоит сложная задача – научиться работать с новыми типами тканей. Но в целом за бизнес он не беспокоится, ведь у него уже есть продолжатель.